Привет, друзья! В этом видео показываю вам отель Rixos Sharm el-Sheikh. Погнали! Итак, друзья, только мы заходим в отель, мы видим такой вот просторный большой холл с такой вот красивенной люстрой. Ковровое покрытие. Друзья, живые цветы, очень красивые. Справа у нас ресепшн. И если мы пойдем прямо, то попадаем на террасу, с которой будет хорошо видно территорию отеля. Смотрите, как это выглядит. Очень удачно расположены корпуса, ребята. Отель находится в Напке. Зимой здесь ветер, и он достаточно прохладный. Но, смотрите, бассейн окружен именно вот так вот корпусами по периметру. То есть ветерок на бассейне не должен сильно чувствоваться. Во всяком случае, это будет комфортнее гораздо, чем на пляже. Итак, дальше в этом видео я вам покажу территорию отеля и несколько категорий номеров. И пока мы идем по территории, постараюсь вам рассказать основные моменты по данному отелю. Начнем с территории. Просто огроменная территория. 153 тысячи квадратных метров, по которой постоянно курсируют шаттл-басы. То есть, чтобы вам не пришлось ходить очень большие расстояния по отелю, вас подвезут на шаттл-басе. Дальше. В 2019 году отель делает частичную реновацию. В первую очередь обновляют супериоры и фэмили и продолжают обновлять большую часть территории. Кстати, насчет номеров. Мини-бар бесплатно, пополняется ежедневно. Кондиционер индивидуально работает на охлаждение и на обогрев. Халаты и тапочки предоставляются в каждый номер по запросу. И в каждом номере свой отдельный роутер для Wi-Fi. В общем, ребят, кому нужен качественный и комфортный номер, вам нужно ехать в Rixos Sharm el-Sheikh. Спросите, есть ли лучше отели? Да, есть. Какой? Только Rixos Seagate. Все, больше в Sharm el-Sheikh лучшего ничего нет. Дальше, по бассейнам. Всего их 7 в отеле, 2 работает с подогревом в зимний период. Есть отдельный бассейн только для взрослых. Это номер Deluxe, 50 квадратов. Номер Deluxe. Справа сразу у нас санузел. И вот такой вот просторный большой номер. Кровать French Bed. Слева плазма, чайный набор, кушетка, кресло, стол. Так, и показываю террасу вам. Значит, на террасе у нас пара стульев и столик. И вот такой вот вид на территорию отеля. Очень ухоженный газон, мягенький, зеленый, пальмы. В общем, классно здесь, друзья. Так, и санузел в этом номере. Смотрите, отдельная душевая кабина, отдельная ванная, умывальник, туалеты. Отличный фен, косметика, смотрите, значит, кроме основной косметики есть и бритва, и крем для бритья, и зубная паста с щетками, в общем, все есть. Также в номере у нас есть халат, то есть для гостей Rixos Sharm el-Sheikh. И, друзья, мини-бар. Мини-бар полностью укомплектован вот таким вот содержимым. Так, друзья, показываю вам горки в отеле Rixos Sharm el-Sheikh. Что мы здесь имеем?
имеем три горки небольшие для тех, кто не хочет ехать в новый аквапарк Риксос. Можно на территории покататься на этих скромных горках. Ну, а кто хочет классных ощущений и достаточно таких экстремальных горок, то вам дорога в Риксос аквапарк. Трансфер каждые полчаса по информации от представителя отеля. Так, это номер Family. Здесь 58 квадратов. Это номер уже после реновации. Обратите внимание, на полу уже у нас паркет. Первая комната, у нас две раздельные кровати. 4 плюс 1 максимальное размещение, то кровати мы сюда не доставляем. Вторая комната, здесь кровать French Bed на двоих взрослых. Ну, естественно, плазма, чайный набор и вид из номера, показываю. Так, друзья, открывать не буду, терраса здесь небольшая, имеем три стула, столик, вид у нас получается на горке, именно с этого номера. Ну, все зависит от того, где будет размещен этот номер и соответствующий вид. Так, показываю мини-бар. Мини-бар полностью укомплектован, пиво, напитки, соки. И санузел в номере, тоже просторный. Здесь у нас туалет, вот у нас душевая кабина, очень большая. И умывальник с косметикой, тоже все есть. Есть даже расчесочки, зубная паста, щетки. В общем, фен хороший, обычный фен. Детский клуб, друзья, в отеле Риксос Шарм-эль-Шейх. Значит, есть качельки, есть небольшие горки. Так, ребят, смотрите, немножко подробнее расскажу вам по детскому клубу Риксос Клаб. Значит, он один из самых больших среди всех отелей на территории Шарм-эль-Шейха. В общем, его площадь 1200 квадратных метров. И еще такая особенность, работает он с 9:30 утра и до 11 вечера. Поэтому ваши детки здесь могут и отдохнуть, и поспать. Значит, принимает детей от 4 до 12 лет. И это реально крутой детский клуб, потому что в нем есть очень много различных игровых комнат. То есть игровая, есть учебная, есть кинотеатр, есть компьютерные игры, есть комната для сна, есть даже отдельные детские туалеты, отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. И даже мини-буфет тут тоже есть. И это, ребята, все входит в стоимость проживания. Кроме того, ребята, здесь можно уже за дополнительную плату организовать даже день рождения и специальные праздники, а также купить одежду, аксессуары с наклейками, ну и всякую мелочь. То есть, друзья, в этом отеле здесь реальный детский клуб, полноценный, такой, как в турецких отелях. И когда вы едете на отдых с ребенком и вы хотите отдохнуть, провести, ну, хоть некоторое время без детей, то именно в этом отеле у вас это получится на 100%. В Риксос Клаб есть просто все необходимое, чтобы ваш ребенок здесь комфортно себя чувствовал, ему было интересно, ему здесь понравилось, и ему хотелось бы возвращаться в этот клуб, пока вы отдыхаете, реально отдыхаете в Шарм-эль-Шейхе. В общем, напишите в комментариях, ребят, если вы здесь отдыхали, ваше мнение по детскому клубу. Дальше, друзья, рассказываю вам по концепции. Значит, единственная концепция, на которой работает данный отель, это Ultra All Inclusive 24 часа в сутки. Значит, на завтрак туристам подают сок Fresh в главном ресторане. Кстати, да, главный ресторан здесь один, но еще есть
7 а-ля-карт ресторанов. Естественно, стандартно посещение этих а-ля-карт ресторанов по предварительной записи. Весь список а-ля-картов я обязательно оставлю в описании к этому видео. Так что обязательно смотрите описание к этому видео, и вы узнаете, какие же а-ля-карты есть в отеле Rixos Sharm el-Sheikh. Дальше. По алкоголю. Более 50 наименований импортного алкоголя входит в концепцию без доплат. И только алкоголь премиум уровня будет за доплату. В общем, чтобы вам было понятно по алкоголю, то весь алкоголь, который туристы покупают в duty free, в основном здесь будет без доплат. В общем, друзья, это один из двух отелей на весь Sharm el-Sheikh, в котором концепция ультра все включено, реальная, а не просто одно название. Дальше по анимации. Тут анимация одна из самых активных на весь Sharm el-Sheikh. Несколько раз в неделю вечеринки, пул-пати, пенные вечеринки, вечеринки на пляже, а также вечерние специальные шоу-программы. Танцоры, акробаты, шоу с огнем. В общем, все то, что вы не сможете получить в любом другом отеле, который находится на курорте Sharm el-Sheikh. Дальше, что еще есть хорошего? Значит, гостям отеля Rixos Sharm el-Sheikh можно бесплатно посещать аквапарк Rixos. Трансфер в аквапарк ходит каждые 30 минут. Расстояние до аквапарка примерно 1 километр. В общем, дорога занимает буквально пару минут. Кроме этого, ребята, два раза в день из отеля ходит бесплатный трансфер по расписанию в Nama Bay. И, кстати, ребят, для туристов, которые прилетают в Sharm el-Sheikh очень рано, то есть очень рано попадают на территорию отеля еще до времени чекина, нам в отеле сказали, что туристов постараются заселить в номер раньше времени заселения. Естественно, только при условии, если в отеле будут готовые свободные номера. Это номер Superior после реновации, 37 квадратов, 2 плюс 2, либо 3 взрослых, максимальное размещение. Смотрите, какой просторный, красивый номер. Две раздельных кровати, телевизор, чайный уголок, кресло. На полу у нас ламинат, есть ковровое покрытие. Так, показываю вам террасу. Так как номер находится на первом этаже, смотрите, значит, виды из террасы. Ну, просто все красиво и зелено. Слева у нас вид на горы, справа у нас вид на территорию. Ну, это если мы находимся на первом этаже. Так, показываю мини-бар. Стандартная комплектация для отеля Rixos. Пиво, напитки, соки, водичка. В общем, все в репертуаре Rixos. Показываю вам санузел в номере. Справа у нас туалет. Слева у нас ванная. Ну, можно сказать, с душем. Умывальник, косметика и новый фен. В шкафу, естественно, халаты для гостей отеля Rixos. Также номер укомплектован тапочками и комплектом для чистки обуви. Это номер Junior Suite, 58 квадратов, 3 плюс 1 максимальное размещение. Косметика уже L'Occitane или Aqua di Portofino, начиная от Junior Suite категории. Итак, такая просторная комната, можно сказать, очень большая, ребят. Кровать French Bed, телевизор, повар, телевизор у нас поворотный должен быть. Да,
поворотный телевизор, ребят. То есть хотим, лежим на кровати, смотрим телевизор, хотим, сидим на кушетке, смотрим телевизор. Так, вид у нас на бассейн для взрослых. На террасе у нас есть пара стульев и столик. Чайный набор. Естественно, номер укомплектован чайным набором, мини-баром. Комплектация стандартная: пиво, напитки, соки, тоник. В номере, друзья, отдельная комната для гардероба, в которой есть халаты, тапочки для обуви, средства. Смотрите, какие здесь тапочки. Совсем другие. Пляжная сумочка. Ну и нереально огромный, ребят, санузел. Душевая кабина отдельно, ванная отдельно, пара умывальников, туалет. Совсем другая комплектация косметики. Естественно, отличный фен. В общем, отличная ванная комната в этом номере. Так, друзья, и вот мы подходим к пляжу отеля. Сейчас постараюсь показать вам пляж. Кстати, вот еще раз показываю, как выглядят эти шаттлы, которые ездят по территории отеля. Если вам, ну, неудобно ходить, либо не хотите ходить, вас, конечно же, подвезут по территории. Красный флаг с бассейна уже, вот, точнее, с понтона с конца уже не пустят, к сожалению. Сейчас небольшой отлив, и гости могут купаться вот так. С правой стороны там лагуна, там можно зайти еще дальше. Вот. Видите справа, где люди далеко заходят? Она не для детей, она как бы для всех. А то чей понтон? Гранд Плаза. Так, друзья, и вот он, пляж отеля Риксос, Шарм-эль-Шейх. Смотрите, как он выглядит. Так, ребят, понтон 147 метров. Смотрите, сейчас ветерок, поэтому висит красный флаг. Естественно, с самого края понтона в море вас не пустят. Но здесь есть спуски, но они тоже закрыты, кстати, красный флаг. Вы просто можете только прогуляться по понтону, когда есть красный флаг. А вот тут, ребят, есть заход в море с берега. Так вот, смотрите, значит, здесь заход у нас песчано-галечный. То есть там дальше, видите, скопление людей, там у нас есть лагуна. То есть вы можете, ну, условно говоря, поплескаться в этой лагуне. По глубине я не скажу, но смотрю, где-то по пояс для взрослых. Вот так. Соответственно, если понтон закрыт, то все-таки в море вы можете попасть, но не полноценно. Да, вы можете пройти, вон как другие туристы, к концу коралловой корочки и там поплавать, но небезопасно. Смотрите, какие волны. И, ребят, показываю вам пляжное покрытие у отеля Риксос Шарм-эль-Шейх. Ну и смотрите, здесь мелкий песок. То есть это совсем другой песок, чем в любых других отелях в бухте Набк-Бэй. Мы дальше еще будем смотреть Риксос Сигейт, посмотрим, что там. Я так понимаю, скорее всего, это привозной насыпной песок, потому что песок отличается от всех других пляжей, которые находятся в этой бухте. Так, друзья, показал вам
территорию отеля Rixos Sharm el-Sheikh. Смотрите, что могу вообще сказать из того, что я лично увидел. Нереально красивая зеленая территория. Все очень ухожено, просто все вылизано. Реально, как бы тут с уборкой, я не знаю, вопросов вряд ли у кого-то будут. Что мне понравилось? Понравился номерной фонд отеля. Много категорий различных номеров, то есть каждый найдет свой уютный номер. Персонал отеля всегда чем-то занят, имеется в виду полезными делами, то есть занимается уборкой территории, ну и, естественно, сервисом для гостей отеля. Зелень вся зеленая, то есть вся территория абсолютно зеленая, ухоженная, классные газоны, ребят. Все, ну, просто по-другому тут сложно какие-то слова подобрать. Вообще, отличный детский клуб. Ну, в стиле Rixos, ребят. То есть, если вы едете с ребенком, особенно это маленьким ребенком, там, до 10 лет, то здесь у него будет просто веселье на отдыхе. То есть, классный детский клуб, где можно и поиграть в игровых комнатах, где можно поиграть на приставках. Вы даже его можете оставить там поспать, ребят. То есть, ну, просто, вот вы едете на отдых, и вы занимаетесь отдыхом, если вы попадаете в Rixos Sharm el-Sheikh. Дальше, касательно пляжа, очень понравился пляж, пляжное покрытие вообще совсем другое, в других отелях, ну просто там галька какая-то, ну мелкая галька с песочком, здесь чисто песочек, я, наверное, так понимаю, это завозной. В отеле есть понтон, он достаточно длинный, но так как бухта Напк, естественно, может быть частенько висеть красный флаг. Что означает, что вы с понтона не зайдете в море. Дальше. Значит, если вы все-таки хотите зайти в море, там есть лагуна, где-то по пояс вы можете зайти. То есть, если вы все-таки хотите поплавать в море, то все-таки у вас это удастся, но по пояс, скорее всего. Для бесстрашных туристов, кто хочет, может пройтись по коралловой корке и спуститься не с понтона, но я этого делать не рекомендую, это небезопасно. Если красный флаг, значит большие волны. Собственно говоря, ребят, все вам показал, все вам рассказал. Кто здесь отдыхал, пишите в комментариях под этим видео ваш отзыв, что понравилось, что не понравилось. Когда отдыхали, в какой период года, зимой, летом, что у вас было с погодой, как было с ветренностью. Напишите все это в комментариях, я обязательно почитаю. Если есть вопросы, вы тоже пишите в комментариях под этим видео. Буду стараться вам ответить на интересующие вас вопросы. Ну, ребят, подписывайтесь на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Смотрите эти видео, и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями. До новых встреч. Пока-пока.